Ростовом-на-Дону связана одна из славных страниц истории советской армии. Близ этого города, в незабываемые годы гражданской войны, из партизанских отрядов возникла легендарная Первая конная армия. Прославленные командиры конармии Ворошилов, Буденный, Щеденко. Ростовский музей. Здесь многое напоминает о легендарном прошлом. В канун 40-летия советской армии с молодыми воинами в музее встретился генерал-майор Василий Иванович Книга, бывший командир 6-й кавбригады 1-й конной армии. Василий Иванович хорошо помнит, как стремительным броском был освобожден Ростов. Этой фотографии 38 лет, Ворошилов и Буденный у захваченного конармейцами английского танка. Для молодых воинов боевые дела 1-й конной – пример беззаветного служения Родине.